Если надо будет, то мы порвем любого. Отсюда люди уедут на подъеме с желанием работать, создавать свои, продвигать свои проекты. Мы не теряем веру, за нами будущее. И это сила, молодая гвардия, единая Россия. Молодая гвардия, как сверхсила новой эры, собирает армию, сердце сохраняя веру, что будущее в наших силах, умах, руках. Как крылья за спиной, лишь только стоит сделать взмах, объединяя воедино все наши интересы. Мы будем биться до конца, не пугаясь пресса. Несмотря на молодость, мы тоже у руля, защищаем взгляды и те, кто говорит нельзя. Мы находимся в лагере молодежного актива Уральского федерального округа. Это полевой палаточный лагерь города Молодогвардейск. Здесь собрались молодогвардейцы из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана и Малоненецкого автономного округа. Такие лагеря сейчас собирают молодежь по всей стране. Тургояк 2020 – одна из пяти федеральных площадок, на которых в режиме полевых условий собирается самая талантливая молодежь. Аналогичные лагеря есть в Твери, Ростове, на Байкале. Молодогвардейцы не боятся трудностей. Жизнь в условиях дикой природы их только закаляет. Молодая гвардия – структура мобильная. Мы готовы в любое время собраться, передислоцироваться и выполнить те задачи, которые от нас будет требовать ситуация. Ну и вот это вот мобилизует людей. Это заставляет их мобилизовать все свои силы и работать на полную катушку. Причем с самого утра до позднего вечера. Ребята учатся работать в команде, учатся ее формировать, учатся ее мотивировать, учатся быть ответственными не только перед собой, но и перед коллективом. Хорошая программа, хорошая еда, нормальные условия для того, чтобы жить. Отличный коллектив. Самое важное, отличная коммуникация идет между людьми. Управляешь сам своей судьбой, ведь это то, что нужно нам. Смело верю в идеал, стоит к нему стремиться, несмотря на зал, мечтать всего добиться. Условия, как в любом палаточном лагере, спартанские. Вот сейчас по правую руку от меня находятся основные палатки. Они рассчитаны на 20 человек, это армейские палатки. Очень хорошие, теплые, надежные, не протекающие, точнее мало протекающие. Можно зайти, там в каждой из них стоят по 20 кроватей, и в общем-то там проводят свое время 5 отрядов. То есть вот каждая палатка — это один отряд, 20 человек — это один отряд. Здесь у нас находится наша группа быстрого реагирования, ребята, которые занимаются обеспечением безопасности лагеря, их порядка 15 человек. Вот здесь как раз те люди, которые сегодня дежурили в ночь, которые обеспечивали спокойствие и безопасность лагеря в ночное время суток. Вот сейчас они отсыпались всю первую половину дня и готовятся тоже приступить к занятиям. То есть они живут по своему режиму, потому что безопасность и дисциплина в лагере у нас превыше всего. Парни, как оперативная обстановка в лагере? Отлично. Все спокойно? Да. Нарушители есть? Нет. Потенциальные? Потенциальные всегда есть, парни. Действительность надо держать. Есть какой-то пароль при входе в лагерь? Какой пароль? Есть пароль?